Всем привет, дорогие друзья! Делаем двухэтажный дом в Адыгее. Тут вы видите, будет фасадное освещение красивое слева и справа. Дверка отлично, как всегда, защищена, отклеена. И залетаем! Видим шикарную электрику нашу, да? Посмотрите, как она ровно идет. Какая она красивая. Стены мы все отштукатурили. Кто сейчас видит, пятнистые они сохнут. Окна на естественном проветривании, чтобы было все четко, высыхало нормально. Электрика вся ABB-шная. Красивая, ювелирная. И справа расположен слаботочный щиток. Идем дальше. Домик не маленький, предупреждаю. Вот у нас лестничный марш. Вум, да, как детки будут бежать туда. Потолок подшили, чтобы натяжной потолок потом не гулял по мужчинам и женщинам. Заходим. Это у нас кухонька. Кухонька также сохнет. Электрика также красивая. Шкафчик для мастеров установлен, столик и стульчик. На столике, как всегда, лежит проект. Вот такая вот у нас кухонька. Сейчас вам покажу, как стены у нас отштукатурены. Исполнена полная геометрия стен. Смотрите. Опа! И все. Видите, не гуляет, как потолок тут на крыше не будет гулять. И вот еще раз. Ни одного просвета. Купюрочку даже 100-долларовую не вставишь. Вот так вот. Дальше у нас будет заливаться стяжка, пока сохнут пятнистые стены.